Вы нам электричество, а мы вам газ. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поделиться природным топливом с соседней Германией, если немцы взамен отправят на Запад электричество. А также призвал французов сократить потребление энергии минимум на 10%, чтобы зимой ее не пришлось иногда отключать. Если мы коллективно будем вести себя более осознанно и везде экономить энергию, нормирования не будет и отключений не будет. Если зима окажется особенно холодной, я призываю к европейской солидарности. Мы справимся, если сэкономим около 10% энергии. Лучшая энергия – та, которую мы не потребляем, добавил президент Франции. Наступающей зимой французов попросят, в частности, не поднимать температуру в квартирах выше 19 градусов Цельсия. Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Твиттере, что Брюссель готовит предложение того, как помочь семьям и бизнесам, которые не могут позволить себе платить за газ и электричество так много. Предполагается, что одной из основных мер по борьбе с кризисом будет введение максимальной цены, по которой европейцам будет разрешено закупать российский газ. В свою очередь, Германия, одна из наиболее зависимых от топлива из России европейских стран, приняла решение отложить планы по закрытию атомных электростанций на будущее. Я считаю, что правильное заключение, которое можно вынести из этого стресс-теста, в том, что мы должны сохранить опцию функционирования атомных электростанций и после конца их обычного срока эксплуатации. Две атомных электростанции в Южной Германии останутся в резерве, чтобы их можно было использовать снова, если этого потребует ситуация. Мы не должны лишать себя этой опции. На прошлой неделе «Газпром» полностью остановил «Северный поток-1», объяснив это технической неисправностью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что газопровод возобновит работу сразу же, как только с России снимут санкции. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Германию укрепить сотрудничество с еврейским государством, в частности, чтобы сохранить память о Холокосте. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге. Приезд Ицхака Герцога в ФРГ приурочен к 50-летней годовщине теракта на Олимпиаде в Мюнхене, где палестинцы захватили в заложники спортсменов израильской сборной. Только с помощью встреч, углубления отношений, постоянной общей приверженности свободе, человечности и демократии. Вместе с верностью свободе и безопасности государства Израиль и благосостоянию евреев, оба народа обеспечат сохранение памяти и будут примером для всего человечества. После речи в парламенте Ицхак Герцог в сопровождении своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера посетил музей Холокоста в Берлине, а затем оба президента отправились в мемориальный комплекс на территории бывшего нацистского концлагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Отец Ицхака Герцога Хаим Герцог, впоследствии ставший президентом Израиля, в составе британской армии принимал участие в освобождении этого концлагеря в апреле 45-го. В Приморском крае завершается активная фаза военных учений «Восток-22». По сообщениям Минобороны России, в них принимают участие 50 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Индии и Китая. Причем Пекин впервые отправил в Россию подразделений сухопутных войск и моряков и летчиков. Маневры на фоне войны против Украины вызвали протесты и обеспокоенность Японии и США. Причем в Вашингтоне выразили тревогу из-за того, что в учениях участвуют и другие страны. Индия и Китай отказались вводить санкции против России, а в Пекине, более того, отказались критиковать Кремль и обвинили Запад в провоцировании Москвы. Маневры проходили на 7 полигонах Восточного военного округа в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей и должны завершиться в среду. В последние дни за ними наблюдал президент России Владимир Путин. Европейский Союз торопится защитить своих граждан от коронавирусной инфекции до появления новых вспышек, которые ожидаются этой осенью. В Европейском парламенте представители фармацевтической промышленности обсудили с депутатами выпуск вакцин второго поколения. Один из руководителей французской компании Sanofi заверил, что она делает все от нее зависящее.
Сегодня на наших мощностях мы можем производить намного больше вакцины против COVID-19, чем можно ввести пациентам, сказал Тома Триумф. Проблема больше не в поставках вакцин, а в способности успешно проводить национальные кампании вакцинации, особенно среди взрослых и пожилых людей. Sanofi готова выпускать вакцину, приспособленную к штамму омикрон, которая ожидает одобрения контролирующих органов. 1 сентября Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет применению новых версий BioNTech, Pfizer и Moderna. На следующий день после этого Еврокомиссия попросила страны-члены срочно разработать национальные стратегии вакцинации. В частности, поставлены задачи комбинировать прививку от COVID-19 и от гриппа, обеспечить достаточную логистику, начать новые кампании по информированию общественности. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прогнозирует, что после довольно спокойного лета в нескольких европейских странах могут наблюдаться тенденции к росту случаев заражения и госпитализации. Хотя ЕС является вторым в мире по величине производителем вакцин, председатель специального комитета по COVID-19 обеспокоена низким уровнем вакцинации в некоторых местах. По-моему, лучшие советы, которые мы можем дать сегодня широкой публике, это быть начеку, обезопасить себя, сделать прививку, особенно если вам больше 65 лет и вы принадлежите группе риска, сказала Кэтлин Ван Брэмпт. Хорошо, если будет вакцинировано много людей. Чем больше людей получат уколы, тем нам легче будет и тем меньше у нас будет ограничений. Но все зависит от того, как мы будем действовать в соответствии с этими рекомендациями. Европарламент выразил обеспокоенность тем, что затраты на все эти меры борьбы с коронавирусом недостаточно прозрачны. Депутаты также требуют придавать гласности и подробности контрактов с фармацевтическими компаниями. В Португалии придется закрыть многие родильные дома и больничные отделения. Акушерство и гинекология власти страны не видят другого выхода в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли участники правительственной экспертной группы по неотложной акушерской помощи и родовспоможению. Комиссию организовали в июне этого года на фоне серьезного кризиса, острой нехватки врачей. Многим женщинам приходится ехать за десятки километров от дома, чтобы родить. В течение июля и августа мы работали над реорганизацией всей системы акушерства, гинекологии и ухода за новорожденными. Мы думаем, что это, вероятно, привело к концентрации ресурсов, а значит, некоторым больницам придется закрыть родильное отделение и отделение скорой акушерской помощи. Этим летом нескольким португальским больницам уже пришлось несколько раз закрывать гинекологические отделения неотложной помощи из-за нехватки врачей. Из-за этого двое младенцев умерли, а беременная женщина скончалась во время перевода в другую больницу из-за отсутствия мест в неонатологии. По этим случаям ведут расследование. Министру здравоохранения пришлось подать в отставку. Главу Минздрава Марту Темиду иногда называют спасительницей страны. Благодаря ее усилиям Португалия пережила пандемию успешнее многих других стран. Тем не менее, кризис в родильных домах заставил ее покинуть пост. Уровень материнской смертности в Португалии сейчас оказался самым высоким за 38 лет. Среди причин кризиса то, что молодые специалисты уезжают за более высокими зарплатами в другие страны. Остаются пожилые врачи, которые отказываются работать в отделениях скорой акушерской помощи. Есть еще одна проблема, которая вряд ли связана с кризисом, но тем не менее. В последнее время в Португалию приезжают рожать женщины из других стран. Часто это страны менее экономически развитые. По выводам комиссии, национальной системе здравоохранения нужно еще минимум 200-250 врачей, а в идеале более 1600. Особенно тяжелая ситуация складывается на юге страны. Тренеры и игроки французского футбольного клуба ПСЖ оказались в центре скандала после ироничного ответа на вопрос об использовании самолетов. Экологи призывают чемпионов Франции пересесть на поезда. Когда вопрос о транспорте прозвучал на пресс-конференции, главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье отшутился. Честно говоря, утром мы разговаривали с компанией, которая организует наши перевозки, обсуждали, можем ли мы путешествовать на песчаных яхтах. Отсылка к легким спортивным болидам под парусом возмутила министра спорта Амели Удеа-Кастера. Она заявила, что привыкла к более ответственным комментариям тренера и предложила обсудить это. С критикой Кристофа Галтье выступила и Анна Дальго. Она призвала руководство клуба очнуться.
Претензии к футболистам высказывает в частности движение левых экологов «Атак». Ранее его активисты развернули кампанию с критикой нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Они посчитали потенциальные объемы выбросов СО2 от перелетов на его частном самолете.